День оленеводов отметили в Тампонском районе. Он состоялся в селе Тополиное. Гонки на оленьих упряжках, прыжки через нарты, конкурс «Хозяйка Чума» – это не полная программа традиционного праздника. Тему продолжит Мария Винокурова. В селе Тополиное Тампонского района состоялся традиционный праздник «День оленеводов». В этом году он был посвящен 85-летию со дня рождения героя социалистического труда Василия Михайловича Кладкина. Кочевники соревновались на гонках на оленьих упряжках, гонках на верховиках, прыжках через нарты, метании аркана на хорей. Свое мастерство показали хранительницы домашнего очага в конкурсе «Хозяйка Чума», где участвовали 5 семей из Тампонского, Алданского и Аймеконского улусов. Конкурсантки представили изысканные блюда национальной кухни. Каждая приготовила до 20 различных яств. Также организовали выставку своих рукоделий, рукотворную домашнюю утварь, одежду, детские игрушки. В итоге лучшей кочевой семьей признана многодетная семья Протопоповых из села Тополиное. Им вручен снегоход «Буран». Вот я зарядил, душа поет, оленей увидел, как они бегут верхом от мала до велика. Как они хорошо живут. Они даже не знают, что они так хорошо живут. В этом году на спортивные состязания зарегистрировалось свыше 30 участников. Разыгрывалось 3 «Бурана». Хозяевами главных призов стали оленевод Григорий Замятин из села Тополиное, победитель в гонках на оленьих упряжках на 10 километров в одиночном заезде среди мужчин. Бригада стада номер 4, бригадир Дмитрий Стручков, заняла общекомандное первое место по очкам. В командной эстафете бег на 100 метров, учах аркан, гонка на 10 километров, лучшее время показала бригада стада номер 9, бригадир Виктор Слепцов. Мы скакали наравне с первого стада, мой братишка Гриша Байш. С ним всю дорогу скакали. И вот он перед финишем, но я чуть оторвался от него. Я сейчас, ну как, в радость. Это у меня 4-й «Буран». Праздник Севера объединяет жителей села Тополиное и Тампонского района, которые ежегодно привлекают внимание множества гостей из регионов России и зарубежья. Способствует сохранению и развитию национальных культур малочисленных народов Севера, популяризации зимних национальных видов спорта. Мария Винокурова, Гаврил Семенов, НВК Саха, Хандыга.